Нажимаем «Эксон», нажимаем на кошелек, вторая иконка сверху, и 5000 рублей, это примерно будет $80. А так как мы видим, что цена токена «Экса» 10 центов, я конвертирую 800 «Экса». Нажимаем «Конверт», 800, это у нас получается 0,46 эфира. Именно эту сумму я вышлю победителю. Нажимаем «Continue», ставим галочку и нажимаем «Confirm». Вводим свой пин-код и нажимаем на галочку. И видим, что все успешно сделано. Нажимаем «Go back» и видим, что 800 токенов было списано. Теперь давайте нажмем на «Экса» и видим, что наша конвертация прошла успешно. И написано, что конвертировано 800 токенов «Экса» и статус «Success» – «Успех». Перейдем обратно и зайдем в кошелек эфира. Нажимаем на эфир и видим, что на кошельке эфира уже $80 или в эквиваленте 0,46 эфира. Переходим обратно. И теперь я отправлю этот эфир к себе на кошелек MetaMask. Нажимаем Send. Выбираю кошелек эфира. Видим, что здесь $80. Вводим номер кошелька. Да, вот здесь есть одна загвоздочка. Когда мы прописываем, например, я хочу прописать 0,46, то запятая не ставится. И поэтому нам нужно вставить сюда 0,46, например, из заметок. Ну, к примеру, я копирую 0,46, скопировать. И теперь просто вставляю сюда. И теперь у нас все правильно. Видим, что за комиссию у нас возьмут 0,001 эфир. И нажимаем Send. Также соглашаемся с условиями, галочку, и нажимаем Confirm. Вводим пин-код и нажимаем галочку. Все выполнено успешно, нажимаем Go Back. Давайте нажмем здесь на эфир и видим статус Pending. И теперь я остановлю запись и узнаем, сколько времени понадобится для перевода эфира на внешний кошелек. Транзакции у нас выполнялись моментально. Ну и перевод 0,46 эфира с кошелька Экса на внешний кошелек, в моем случае это MetaMask, прошел ровно за 5 секунд. Но только после того, как я подождал 2 часа и повторил все то же, что сделал вместе с вами до этого. Но, видимо, в первый раз пошло что-то не так. Проект только начинает свое существование, поэтому возможны некоторые баги. И это будет вам лайфхак. Если у вас не получился перевод сразу, и вы подождали какое-то время, то повторите, сделайте это второй раз, а может быть даже и третий. Но после того, как я подождал, еще раз повторю, и сделал это повторно, заняло всего 10 секунд, чтобы деньги уже были у меня на кошельке. А робот Ethereum Token Explorer сразу сообщил мне сигнал. И как видите, 0,46 на кошельке MetaMask. Также это можно посмотреть по Etherscan. Где-то мой кошелек MetaMask 0,46 эфира было переведено. Комиссия составила 0,00042 эфира. И как вот работает. И работает очень быстро. Но не считая каких-то мелочей. И мы делаем скидку на то, что проект только-только начинает свою работу. И самое время заходить. И очень много людей и моих партнеров это делают именно сейчас. На самом старте и когда цена токена Экса минимальная. Всего лишь 10 центов. Можно нажать на рефералов и посмотреть мой оборот за 2 недели всего лишь в проекте. Он составляет, как вы видите, $56,613. И это только начало, я вам повторяю. Поэтому